я себя позиционировал всегда как графика, то есть такая большеформатная станковая графика, метр, два, три, четыре метра, пять метров, ну и куда больше. Всякие хитрости были, потому что все, что меньше метра, воспринимается так, такая стандартная графика. В паспорту рамка, стеклышко. Как бы все хорошо. Все, что больше метра, большой вопрос, как это выставлять, как это экспонировать. И я даже одно время заморочился и придумал методику дублирования на холст. Поэтому зачастую там, мою вот эту большеформатную графику, там, двухметровую, она воспринимается, это ж дублирован на холст, натянута на подрамник, воспринимается вообще как живопись. Вот мы проходили там картинка собора, она получила главный приз осеннего салона в Париже в 2012 году в номинации «Живопись». Вот. А потом в какой-то момент я понял, что ну, двигаться куда-то надо, формат невозможно увеличивать бесконечно. И я решил идти, вот, что называется, вглубь бумажного листа. Начал делать вот какие-то такие странные работки. Вот, вот сейчас эти коробочки вот эти. Когда изображение раскладывается на несколько слоев, каждый слой вырезается, рисуется вручную, вырезается вручную. И получается что некий аналоговый вариант цифрового изображения. Надо сказать, что до этого я делал проект в галерее Гисич «Карго-культ». А «Карго-культ» такая смешная история абсолютно. На островах Тихого океана испокон веков жили, ну, знаете про «Карго-культ», да? И вот, вот эта карго... карго-технология, карго-поведение в современном искусстве, мне кажется, тоже очень забавно. И я таким образом уподобляюсь вот некоему такому папуасу, который в цифровое время делает аналоговое изображение вручную. Вот были коробочки разложены на несколько слоев, потом я там брал большие изображения, разрезал на тысячи кусочков, каждый кусочек я накалывал, выдвигал относительно булавки, получался вот некий эффект 3D, которого изначально-то не было, это же плоскостное изображение. И получается, что идея такая, что вот мой мир как художника, он разваливается на кусочки, но мой мозг исследователь не дает этим кусочкам развалиться, я каждый кусочек архивирую и накалываю. Вот, за последние 5 лет эти проекты все мои, они посвящены вопросам, может ли существовать традиционное искусство сегодня, в наше цифровое время. А если может, то как? Потому что получается, что на одном конце спектра есть вот прямоугольничек, висящий на стене. Он абсолютно материальный, его можно продать, подарить, дырку на обоих заградить, еще что-то. Материальный. А на другом конце спектра какой-нибудь там видеоарт, абсолютно нематериальный. А посередине есть ли что-то? Может ли традиционное изображение обладать признаками гипертекста, признаками цифрового, вот свойствами такими? Можно ли вот стандартную книжку, да, начинать читать в любом направлении, с любого места и создавать некий свой сюжет? То есть, ну, так, такие исследования проводились, то есть тот же Павич, там, Фаулс об этом. Вот что-то подобное пытаюсь делать я. То есть одной ногой изо всех сил пытаюсь остаться в рамках традиционного, поэтому это все честно, никаких принтеров, плоттеров, это тушь, перо, кисточка, а другой ногой я пытаюсь вот нащупать какие-то моменты расширения вот этого территории графики. Вот есть несколько работ у меня, здесь они не представлены, сейчас они просто разъехались по всяким уже коллекциям и по выставкам и так далее. Когда я там беру изображение, раскладываю его по слоям, вырезаю один контур, накладываю на второй, на третий, на четвертый, на пятый, и получается действительно какой-то образ. Хотя, по идее, он состоит из пустоты. Одна пустота наложена на вторую, на третью, на четвертую, на пятую, создает некий образ. То есть, или вот беру изображение, разрезаю на кусочки, накалываю на булавочки, да, и получается вот некое новое качество, некий объем, которого изначально-то в нем нету. Это же плоскостное изображение. Или вот здесь, вот в этой работе, когда я начал делать, я хотел... Работа называется «Моя семья, другие животные». То есть я хотел просто сделать некий архив. Поэтому здесь много изображений жены, дочки, там каких-то зарисовок путевых из блокнотиков.
И плюс всякие вот эти биологические артефакты, жучки, камешки, катышки, там шишечки, палочки и так далее, так далее, так далее. То, чем я люблю заниматься и вовлек в это и жену, и дочку, всю семью, поэтому вот моя семья и другие животные. А когда, значит, когда я ее практически сделал, тут приходит человек один и говорит: «О, так это же Инстаграм». И я понимаю, что да, черт возьми, да, именно так. То есть это как раз попытка моя неким аналоговым способом, ручным, рассказать, вот создать некую страницу в Инстаграме, в Фейсбуке, в социальной сети. Я, подобно папуасу, который вырезает из дерева мобильные телефоны или из половины кокосовых орехов мастерит наушники, я в нашу вот некую цифровую эпоху, а я абсолютно уверен, например, что мы присутствуем при смене цивилизации сейчас. Потому что цивилизация – это не просто набор знаний, а это способ получения, хранения, передачи, обработки информации. И вот он меняется с книжной на снова на визуальный какой-то, аудиовизуальный. И мне жутко интересно, а можно ли что-то контрабандой протащить из традиционного искусства вот в будущее время, в цифровую эпоху. Я большой коллекционер всякого. Книг, вон там стоят коробки, это жуки, например, коллекции жуков, там посмотрим, у меня, в общем, достаточно большие биологические коллекции, всякие чучела, черепа там и прочее, прочее, прочее. То есть, что это такое? Это же ключевой вопрос искусства 20 века, который там Марсель Дюшан задал, да, там это писсуар, а здесь это объект искусства. Поэтому, как вещь попадает в коллекцию? Какими атрибутами она должна обладать, чтобы стать, чтобы получить прописку в вечность, стать не просто чем-то. И вот эта идея коллекционирования, идея вот архивирования, она мне очень близка. И с коробочками получилось так. В свое время я заболел сильно и физически не мог красить большие картинки. Ну, а чем-то надо заниматься, как-то вот рукам свободу дать, вот каким-то рукоблудием. Вот. И я начал делать какие-то, думаю, ну, большие не могу, буду делать маленькие. И вот начал делать эти коробочки. Сделал первую, вторую, третью, пятую. Думаю, черт возьми, как мне это нравится делать-то. Когда я сделал там десятую, я начал понимать, зачем, если мне это нравится, значит, в этом что-то есть. И начал думать, а какой в этом смысл? И я понял, что коробочка – это вот действительно некая шкатулочка, некий такой ларец, куда можно положить секретик, куда можно положить что-то вот такое уникальное. И отсюда начали формироваться даже сюжеты, потому что не каждую вещь можно изобразить вот таким способом. Пейзаж, например, туда не запихаешь, потому что, ну, это будет неправильно. А вот какая-то что-то такое маленькое, уникальное, типа кабинета редкости, кунсткамеры какой-то, вот какая-то шкатулочка. Это некие чашки Петри, в которых я что-то там выращиваю. И поэтому возникли такие сюжеты всякие, алхимические какие-то, гомункулюсы, колбы, музыкальные инструменты, вот что-то такое. Черепочки, улиточки, какие-то механизмы. Или паутина просто даже, да, паутина тоже может быть. Это рассуждение о коллекционировании, рассуждение о систематике. И недаром там один из проектов у меня просто назывался «Страсти по Линнею». Собственно, Линней для меня одна из ключевых фигур европейской культуры. Это именно тот товарищ, который взял и все многообразие мира разложил по полочкам. После него все стало четко, понятно, то есть все можно описать двумя словами, да, вот этой биноминальной номенклатурой. Все, начиная от животных, растений, заканчивая минералами. Почему предмет, который вчера еще был вовлечен вот в великое многообразие смыслов и жизни, сегодня он занял именно свое место, именно вот эту свою ячеечку, свою полочку. Почему этот предмет занял это место? Какими свойствами он должен обладать, чтобы стать предметом, частью коллекции, частью музейной экспозиции? Вот. Собственно, искусство же, на мой взгляд, очень сильно, особенно в 20 веке, как раз именно такими вопросами занимался. Что есть искусство? Да? Все, что я сейчас, условно говоря, ближайшие 5 минут буду делать, я объявляю произведением искусства. Пожалуйста.
То есть художники последние там, 150 лет активно расширяли пространство художественного сначала до размеров холста, потом до размеров рамы, потом до размеров галереи, а потом до размеров всего мира. И таким образом получилось, что мир художественный совпал с миром реальным. И, понимаете, можно там причинное место прибить к Красной площади и сказать: «Я художник». А для кого-то это будет, собственно, каким-то актом вандализма, оскорбления чувств и так далее. Почему? Потому что формально мир художественный совпадает с миром реальным. Несмотря на то, что сейчас я последние годы занимаюсь как бы такими вот концептуальными штуками, для меня важно было, вот сколько-то там 20 лет назад, 20 с лишним лет назад, важно было в основу своей творческой деятельности положить все-таки графический язык. Ну, сколько? Ну, лет, ну, 10 я крашу. Я до сих пор, на самом деле, такие картинки крашу. Я этим летом сделал серию просто графики, вот даже я могу показать ее, просто хорошей, качественной, правильной графики. Как бы это я делал 20 лет назад. Я хочу даже сделать проект такой, «Поганая молодежь» назвать его. Потому что, опять же, вопросы критерий качества художественного, они такие очень... Не все о них думают, но для меня они важны. И вот часто очень я прихожу с выставки современного искусства, и там 2 дня болею просто практически. Я хожу по мастерской и думаю: боже мой, а зачем? А нахрена? А зачем вообще все это надо? А как надо? А что такое хорошо, что такое плохо? А что правильно, что неправильно? То есть вот вопросы вот этого качества художественного. Есть художники, которые там музыкой навеяло что-то, чакры открыли, змей кундалини поднялся по позвоночному столбу, опаньки, случилось. Почему, зачем, неизвестно. Я, ради бога, очень хорошо, замечательно. Но я себя отношу к художникам другим. Я считаю, что искусство – это для меня, по крайней мере, интеллектуальный вид деятельности. Не чувственный. Не там какой-то, а именно интеллектуальный. Это для меня это некое исследование с постановкой задач, с выбором инструментария, с анализом результатов полученных и так далее, так далее, так далее. То есть, да, конечно, я как художник, меня возбуждают просто какие-то чувственные вещи, там начинаю красить. Но в какой-то момент, при создании любой картинки, в какой-то момент я должен сесть и понять, а зачем я это делаю? А кто эти люди, которых я изображаю? А что они здесь? Зачем они собрались? О чем они? Какая у них судьба? Зачем я вырезаю? Если мне так нравится вырезать или накалывать на булавочки, какой в этом смысл? Ну и придумываю для себя какое-то объяснение, которое потом успешно транслирую всем вокруг. В мастерской Валерия Гриковского, который скромно сзади стоит как экспонат, я вспомнил старые книжки не только «Капитана Немо», что подразумевается, но, например, и Мишеля Фуко «Слова и вещи». Мы здесь такой художественной эпистемологии, которая застает, описывает мир в категориях и современного искусства цифрового, а с другой стороны осуществляет интересную диверсию, не только протаскивает традицию в современной технологии, но как раз и эти современные технологии туда, куда-то, в далекие прошлые года. Вот у меня такая мысль. Чем бы ни прикидывался художник, как бы он ни выстраивал какие-то глубокие идеи, пытался устроить нам показ своего концептуального мышления, все равно все приходит к рукоделью. Художник в первую очередь делает и мыслит руками. Поэтому для меня вот творчество Валерия как-то очень близко, потому что в его искусстве очень много рукодельности. А я, в первую очередь, как-то с этой точки зрения к некоторым авторам отношусь. Не всегда, конечно, но вот к нему так. Так вот, в чем здесь еще очень важная мысль? Ведь по-русски образ – это то, что обрезается, и поэтому графика – это самый точный вид искусства, который берет одну линию и удаляет все ненужное. И совершенно логична тогда эволюция от этой графики вот к этой обрезке. Обрезки самых простых краев, вещей, которые нам дают более точный фактурный образ. Любите вы, философы, навести туману? Я вот там в папочке поковырялся. Прекрасный живописец Валерий, чувственный, очень
точный, яркий, эмоциональный. И вот не надо тут никакой философии. Пейзажист и все остальное. Замечательный художник. Мне даже почему-то жалко, что он не показывает свою живопись. Я удивлен. А, наверное, это как раз в какой-то степени, может быть, и ограничивает даже понимание его как художника.